Я даю вам ровно 3 секунды, чтобы угадать, с чего начнется этот влог. Думаешь? Давай, давай. Хотя, мне кажется, ты уже догадался. Угадайте с 3 раз, кто ничего опять не успевает и не учится в этой жизни ничему. Ай! Это еще скажи спасибо, что я не в трусах. Вот говорила ему, начни, пожалуйста, заранее. Нет, у него там перекидывается все, тут ролики заливаются, а нам выходить уже примерно через 10 минут. Успеем, всю жизнь успеваем, и сейчас тоже успеем. Главное, вспомни бы, что с собой взять. О, да он же как бы чемодан даже не собрал, чемодан пустой. Чтобы вы понимали, он пустой. А я свой чемоданчик собрала, вот он стоит. Кстати, у меня чемоданчик с Тони Старком. Кто не знает, да? Собирайся, господи! Тапок. Второй тапок. Непонятно, что это, что здесь вообще делать. Мы так с Катей не догадались. Катя! Работающая Катя. Очень работающая Катя. Ловкие пальчики. Ты че де... MacBook. Я только что тоже на нем работал. Я монтировал ролик на второй канал. И он сегодня выйдет. А вот мы вместе. Здравствуйте. Вот наш отель. Мы находимся где-то в лесу. И вот наш номер. Ты че срач снимаешь? Ну это не срач, но это мы проснулись просто. Все люди, когда просыпаются... 4 часа назад проснулись. 4 часа назад проснулись, а нам выходить уже нужно было примерно час назад, потому что у меня через сколько минут у меня стрим на ВК-фесте? У меня через 30 минут стрим на ВК-фесте, а нам до ВК-феста еще ехать примерно минут 50, поэтому... Ну это же я... Прикинь, это рекорд. Я за один влог 2 раза уже что-то не успеваю. Такого вроде еще не было. Погнали уже. Погнали. На каждом ВК-фесте должен быть свой список целей, которые ты должен выполнить до конца этого мероприятия. И такой чек-лист есть и у меня. Если я не смогу выполнить все эти цели, значит ВК-фест будет неудачным. И сейчас я покажу тебе все эти пункты, которые я должен выполнить до окончания моей поездки. Время пришло знакомиться. Первый претендент, пройдите сюда. Все мы ее прекрасно знаем, это мать уток. Каждый наркоман у меня в команде получает зарплату. Она получает кофеечком. Пока нет. Второй претендент. Это я не знаю кто. Третий я претендент. Я не знаю тебя, мальчик. Это Стасик. Она тоже получает зарплату. Винишком. Это третий участник нашего наркоманского отряда. Нет! Электропоезд, электрописька, электростанция, Элеонора, эликсир. У него очень много имен. Откуда еще? Никич! Ой, я даже не знаю, как тебя представить. Это предводитель, генерал по костям. А я? Там ничего не слышно, потому что здесь очень громко. Кратко и содержательно. От СССР. О, привет. Делайте что-нибудь. Вы похожи на дебилов на каких-то. Давай, давай. Я стою на... Минус патч. Катя, утренний.
Дима не было, ничего не было, зато мы пришли в любимую зону Кати, там где тачки. Давай делаем так, каждый раз, когда тебе нравится машина, просто подбегаешь к ней и начинаешь орать. Нет, я буду Давай. Ее обнимать. Тогда будешь ее обнимать. Со мной, пусть так будет всегда, ты для меня. Вернулся к Кате, и посмотрите, что они с ней сделали. Она спит, не буди ребенка. Уйди, не буди ребенка. Не бужу, не бужу. Закрывайте обратно, закрывай. Давай. Ты шо сказала? Ну, это дизайнерское решение. Я ой, все, его модератором. Еще наклеечки. Просто пока он стримит там, мы и развлекаемся. У нас все хорошо. Электричка клеит. Она отклеится хотя. Это я. Так, все, хватит наклейки переводить. Он хватит. Мне тоже нам можно. Все тоже, хорошо. 3 литра кофе. А мне просто должен немного кофе. Можно я сфоткаю? Я хочу это просто. Джокер. По лицу, давай, в глаз! Сейчас видите, с кем я живу, да? Она меня бьет каждый день.
Она там что-то делает? Ты дурачок? Ты дебил? Да ты что тянешь-то? Нажимать надо! Я тяну! Я что-то не чувствую, делаю оно. Разрешите представить. Да. Это счастливый обладатель. Представьтесь, молодой человек. Никита. Никита, а как фамилия? Мягкинченко на украинском. Мягкий Кинченко. Давай. Посмотрите, посмотрите. Это. Как твои впечатления? Хорошо стирается. Да. Хорошо стирается, хорошо носится, потом не пахнет. Пахнет чем? Чистым бельем. Он хотел сказать, клубникой пахнет. Вот, клубникой. Спасибо большое. Еще один подарочек. Мы на сцене не той стороны. Ой. Наушники. Здравствуйте. До свидания. До свидания. Красота-то такая. Плюс один панкопоп. Поставь, Кать. Тента, шо, автограф сессия? А можно автограф? Я пошутила. Дай, ну да. Нет, вот здесь. Вот здесь, здесь, пожалуйста, да. Это перманентный маркер? Не-не-не. Эдисон пс. А ты пипуха. Я не думаю, что в ФРГ заседает вымышленный депутат. Невероятно, там 200 пока что, я за первый третий. Они все ржут, значит, там писюны резиновые. Официальные должности имеют подробную биографию и список научных трудов. Шайда предупреждает уточнить память одного из авторов немецкой конституции Карла Шмидта. В 67 году в эквадорском городе одновременно рекламная кампания обещание избирателей не взяли название гигиенического следа. Демократия. Всему прикинь. Вместо гимна страны поставили танцевальную музыку. Журналисты перепутали. Oh,
баре синим. Мы танцуем под минимум. Да-да-да, ты красива. Иди сюда! Вот и подошел к концу мой третий по счету ВК-фест. Я хочу сказать спасибо каждому подписчику, который пришел на него, встретился со мной, сфотографировался, обнялся, пообщался. Это просто те эмоции, которые я не могу передать словами. И сейчас, естественно, найдется много людей, которые в комментах начнут плакать, что, мол, Едисон, я с тобой никогда в жизни не смогу встретиться. Но ты себе даже сейчас не можешь представить, сколько людей мне говорило на ВК-фесте, что год назад они даже не могли себе представить то, что приедут в Питер с какой-то там жопосливки. Но они приехали и встретились со мной. И ты тоже не можешь знать, что будет через год, где ты будешь через год, и сможем ли мы с тобой встретиться. У меня осталось еще куча материала с моего дня рождения, как мы с Катей ходили в музей сладостей, как мы ходили в парк аттракционов, и просто как я провел свою днюху. Если тебе интересно это посмотреть, если хочешь вторую часть, напиши в комменты и влепи просто лайкусик, чтобы я знал, что ты ее ждешь и хочешь видеть. Я тебе, лично тебе говорю огромное спасибо за просмотр, спасибо, что пришел посмотреть этот ролик. Удачи тебе! И хорошего дня. И не будь пописякой, подпишись на канал, чтобы не пропускать новые ролики.